завтрак. 22 таких карася, вообще большущих, их надо точно жарить. Их надо... Вот того там крестный, вот этого, получается, поймал. Угу. А вот этого я, или наоборот. Кто, а что, крестный с тобой ловил? Кто из них покрупнее, то я его поймал. Ага. А кто поменьше, это крестный. Ну, может, тогда крестный почистит? Я там с папой разговаривал, тут крестный так тянет, кого-то зацепил. Подходим, а там уж все шевелится. Вот так. Все отлично, да? Отцепился один раз, но там вытащил все целое. А так, может, крестный почистит? Я могу пойти его попросить. Ну, спроси. Мы готовим гренки. Какие гренки? Ну, ты любишь гренки? Да. Попряли. Ты первый? Да. Салату только один. Салату только один. Ничего. Они весь мусор это вынесли в уголок. Да, они теперь их в уголок вынесли, да? Надо все сейчас убрать. Ну там, где мусор, да, именно. Давай. Я здесь что-то открыть не могу. А губки? Ладно, Фаня получилось. Видишь, они раньше были яйца все здесь, а сейчас они переселились отсюда. У них сейчас шок, мы их напугали. Доброе утро, солнышко. Как ты прекрасна. Ты же малинка. Буду кушать. Доброе утро. Загадывай желание. Еще малинка. Сейчас эту детям отнесу. Нашла одну. Малинка. Укроп. Ой, как хорошо утром. Как же потрясающе. Солнышко проснулось. Давно, правда? А мы недавно. Нет, я уже съела. Кушай, это твои. Фаня хотел все в рот. Жадина говядина. Ой, все добираются до бабушки с дедушкой. Я не знаю, это брать? Нет, одевайся сам. Иди, мама оденет, скорей. Иди, мы ждем. Ну, Оливи. Новые. Это мама и папа мне купили. Мама и папа тебе купили? Да. Ой, как быстро надо. Да. И бабушка его ждет, да? Сыночек! Как я счастлива, я сейчас пришла с маникюра. Ну, вернее, еще даже не приехала. Вот, в общем, очень красиво. Обожаю вообще френч. Тогда у меня были настолько короткие ногти, что никакого френча не могло быть. В общем, сейчас я счастлива. А ты хотела открыть? Ну, открывай, пожалуйста. Мама, это куда? Вот сюда, да. Пошлите. Все, мы сейчас за Антоном поедем. Все, Антона забрали. Сейчас вот там вот трактор полный сена пропустим. Мама. Ну, Антон Сергеевич, как тебе ночевка у девчонок? Так себе. С кем ты спал? На полу? На кровати. А, на кровать? Да. Поместились? Не тесно? Да. Ну, тебе понравилось? Сразу я ей подарил, сразу открывать. Да. Она не видела замки. Но я находила. Да? Да. Вон проехал тракторок. Гляньте, сколько сена. Мам. Мы уже дома, сейчас будем обедать. Ждем папу. Папа скоро должен приехать. Борщ доедаем. И нарезала овощей, сало. Так что сейчас обедаем. Всем приятного аппетита. У меня сейчас здесь компотик варится из замороженной вишни. Скоро уже и свежая начнется, но пока еще нет, варим из замороженного, потому что компоты очень хорошо пьются у нас. Так, у меня сейчас разбор обуви, потому что тут куча-куча всего, но
половина тут вообще не надо. Потом сейчас переберу и вымету, здесь все вытру. А у меня сезон заморозки. Дети мне нарвали непонятно чего, или вишни, или черешни. В общем, не знаю, что такое мелкое, но очень-очень вкусное. И я знаю, что это ничего не брызгалось, поэтому я его не мою, а просто оббираю, ну, чтобы оно замораживалось, знаете, вот прям такими бубушками. Ну, то есть была рассыпчатая, да, не смерзлась одним большим комком помытым. А мыть потом буду под, ну, на дуршлаг, когда все это переморозится, в общем, зимой, да. Так что у меня сейчас сезон заморозки. Думала закатать, сварить компот, но ни крышечек нет, поэтому не хочу мыть банки. Вот такие вот зип, не зип, не знаю, как они называются. Зип, что такое вообще зип? Вот это зип-пакеты, которые вот здесь клац-клац-клац, в общем, на такой штуке. Вот, такой вот замораживаю. В общем, сейчас занята, все перебираю. Главное, чтобы вот этих вот штучек не было, цветочков засохших. И я тут в Инстаграм и с удовольствием перебираю. Вот так вот все складываю в пакетик. В общем, начался сезон заготовок, к чему я очень-очень рада. Посмотрите на этого пацана. Вот он бежит, слышит новую покупку. Бежит, радуется. Это просто жесть. Как он рад, вы не представляете. Афоня рад больше всех. Афонька, ты бежишь? Сейчас увидите, что купили сегодня. Ты тоже хочешь пахать, да? А школу, мама. Ты уже в школу, Афоня пришел. Сейчас оденется, пойдет на тракторе кататься. У Антона Сергеевича началось лето. Да, он весь... Он вчера упал. У Вики на дорожке кровь была. Да, надо помазать, да? И прям сильно... Хоть и зеленка, это старомодно, но... Я смотрю, здесь кружок был весь в крови. Угу. Почти до мяса дошло. Антуша, до мяса прям? Просто царапина, я думала. Ну что, Афанасий уже на тракторе. Папа сейчас тут что-то подкручивает. Подкручиваю, смотрю. А Афоня уже рулюет, да, сынок? Да. Тебе нравится, сына? Аля, буду красить. Ты будешь красить? Качелю буду красить. А качелю красить? Мам, качелю будет красить. С папой. А что с папой? Так, иду теперь других мальчишек проверять. Ну что там, рыбаки мои? Ого, это что, столько наловили? Это он, да там он две штуки-то поймал. В смысле, четыре поймал. А кто все остальное? Это я поймал. Ну отлично, Серый, забираешь рыбу тогда. А, ну да, сам будет. Точно. Рыбу я вам оставлю. А ты что, на зимнюю? Да. Блин, клёвый, я ему дал эту удочку, чтобы... А он вытянул еще. Он... Кого он вытянул? Клёвочка. Я вытянул, блин, нормального, но... Упустил, когда он с крючка сошел. Ну, бывает, Серый. Серега поймал рыбу. 5 минут. Полет нормальный, да? Мы в полете. Ой, как тут здорово. И уточки. Вон еще уточки. Камыш отражается. И вон еще уточки. И вон там, в общем, тут просто утятник какой-то. И закат. Скоро придем смотреть. Что, и ты поймал? Или ты его просто к крючку привязал? А, ты просто издеваешься, короче. Это у тебя рыба на поводке, ты ее выгуливаешь, да? А сейчас бах и отцепится, прикинь. А, мама, тащит, тащит. Приша, не издеваешься над рыбой? Слушайте, опять красота, опять закат, опять другой. И эти полосы от самолетов не дают мне покоя. Хочу куда-нибудь полететь, ребята, вообще.
когда еще рисовала эти пряники с самолетом, так вообще желание летать только усилилось. В общем, хочется мне куда-нибудь, как минимум в Турцию, как максимум в Париж. В общем, нужно мечтать. Главное мечтать, мне кажется. Ну, естественно, двигаться к своей цели. Сначала нужно сделать загранпаспорта, потому что без них явно полет не состоится. Поэтому не знаю, когда, правда, этим займусь. Вот. Но полосы от самолета меня вдохновляют.